Благовещенская прокуратура заподозрила управляющую компанию «Жилкомфорт-4» в мошенничестве. Сотрудники надзорного органа проверили использование государственных средств при проведении капитального ремонта жилых домов. В ходе проверки выяснилось, что в 5 домах, попавших в региональную программу, ремонт выполнен некачественно и по завышенным ценам. Дома расположены по улицам Студенческая и 50-летия Октября. По бумагам ремонт в домах с ноября 2010 по март 2011 года проводила компания «Жилкомфорт-4». По словам помощника прокурора Амурской области Валентина Бурсянина, установлено, что часть оплаченных работ не выполнена. Также компания завысила стоимость работ на сумму более 3 миллионов рублей. Материалы проверки направлены в полицию. Накануне 29 февраля полицейские возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».